Вернувшись из свадебного путешествия, дочка звонит матери и говорит: «Мам, приезжай скорей! Мой муж вообще не интересуется мной, как женщиной. Я не знаю, что с этим делать». Приехала мать. Дочка говорит: «Мам, ну помоги мне, давай, когда наступит ночь, ты посмотришь в замочную скважину, а утром я к тебе подойду, и ты мне дашь какой-нибудь совет». Мать: «Ладно, доченька, хорошо». Наступила ночь. Ох, молодые уединились. Мать на цыпочках подходит к двери, смотрит в замочную скважину и видит такую картину. Лежит зять, читает книгу. Дочка перед ним и так, и сяк, и оголилась слегка. Через некоторое время зять кладет дочери руку на грудь, проводит вниз и останавливается на том самом пикантном месте. Мать думает: ну все хорошо. Развернулась и ушла спать. Утром подбегает к ней дочка и говорит: «Мам, ну что ты видела?» «Да видела, доченька». «Да все у вас хорошо, не переживай. Мам, ну что все хорошо-то, расскажи». «Ну как что, смотрю, зятек мой лежит, книжку читает, а потом, через некоторое время, кладет он тебе руку на грудь, проводит так вниз и останавливается на том самом месте. Ну я и пошла спать. Мама, ну почему ты до конца не досмотрела? Он там пальцы смачивает и страницы листает».